По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. В связи с этим глава региона принял решение снять оставшиеся ограничительные меры, в том числе и масочный режим. Обязательным он по понятным причинам остается только при посещении медицинских учреждений, а также носит рекомендательный характер для лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения вступили в силу. Тем не менее, мы продолжаем следить за развитием ситуации. Окончательно коронавирус не ушел. Поэтому прошу активизировать работу всех ответственных лиц по вакцинации. В Ульяновской области завершился двухмесячник работ по весеннему благоустройству территорий. 15 апреля по 31 мая проводили рейтинговые голосования по отбору общественных пространств для работ по нацпроекту «Комфортная городская среда». В программе принимали участие 7 районов Ульяновской области и 16 территорий. Вот за весь этот период более 52 тысяч человек отдали свои голоса за те проекты, которые, на их взгляд, кажутся наиболее перспективными, наиболее комфортными. И мы сегодня, подведя итоги, говорим, что в следующем году те проекты, которые жителями были отобраны, будут реализовываться истинно для людей. Также в Ульяновской области организован комплекс работ по уборке и благоустройству бесхозных территорий или так называемых серых зон. Выявлять такие зоны властям помогает население. Поэтому для чиновников очень важна обратная связь с жителями через социальные сети. В ходе субботников мы проинвентаризовали серые зоны. Это зоны, которые не являются закрепленными за какими-то хозяйственными субъектами. Это 170 территорий на территории региона, которые мы выявили в результате обращений жителей, инвентаризации земельных участков на территории муниципальных образований. Работа продолжается. На заседании обсудили состояние рынка труда в Ульяновской области и задолженность по заработной плате. Официальный статус безработного в регионе имеют 3147 человек. По сравнению с началом 2022 года количество безработных уменьшилось. В службу занятости чаще всего обращаются граждане, которые расторгли трудовой договор по инициативе работника. При этом количество свободных вакансий в разы превосходит число безработных. На одного незанятого гражданина приходится более 4, даже более 5 рабочих мест. На сегодняшний день количество вакантных рабочих мест в целом по области составляет 19 143 единицы. Это почти на 9 тысяч вакантных рабочих мест больше, чем на начало года. Главе Ульяновской области продолжают поступать жалобы на мошку в Сурском районе. Однако, по словам ветеринаров, полностью истреблять мошку опасно. Это может нарушить экосистему. Поэтому основная задача – сократить вред. И вопрос полного уничтожения мошки никогда не стоял. И он не мог стоять в приоре. Мошка – это часть экосистемы. И последствия уничтожения могут быть непредсказуемы. Доказывать не надо, что любое вторжение в законы природы могут быть непредсказуемы, а зачастую и вредными. Цель и задача мероприятий наших стояла снижение риска причинения ущерба здоровью людям и животным. В муниципальных образованиях Ульяновской области продолжается работа передвижных медицинских комплексов. В регионе функционируют 32 таких комплексов, 23 ФАПа, 8 флюорографов и 1 маммограф. Почти все они были закуплены по нацпроекту здравоохранения. По поручению Алексея Русских до районов довели графики работы комплексов, благодаря чему поток пациентов увеличился почти на 30%. В апреле 6380 и по итогам мая 8658 человек. То есть по большому счету более чем на 30% у нас рост каждый месяц. На заседании штаба также обсудили исполнение областного бюджета за январь-май текущего года. Доходы бюджета по-прежнему растут, но расслабляться пока не время. Работа над ростом налогооблагаемой базы и вывод бизнеса из теневой экономики продолжается. На совещании также поговорили о спортивных и массовых мероприятиях, запланированных летом. В ближайшее время в регионе состоится федеральный Сабантуй, летняя универсиада и другие события. Подготовка к ним идет полным ходом. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.